Ну що ж, доброго ранку, друзі. Як і обіцяли, знову повертаємося до вас. Вже не самі, до нас завітали сьогодні гості. Так, сьогодні говоримо на надзвичайно важливу тему. В гостях у нас Сергій Шолом, куратор Міжнародної антинаркотичної асоціації, а також Сергій Митричко, керівник філіалу Міжнародної антинаркотичної асоціації у Закарпатській області. Добрий ранок. Доброго ранку. Раді вітати вас. Розкажіть, будь ласка, перш за все, що за асоціація, звідки, чим займається, які напрямки діяльності? Ну, дивіться, Міжнародна антинаркотична асоціація займається профілактикою, реабілітацією і пропагандою здорового образу життя. А профілактикою здорового образу життя. Декілька. У нас є десь 52 центри по Україні реабілітаційних. Там проходять одночасно реабілітацію більш тисячі наших молодих хлопців та дівчат. Також ми організовуємо табори, психосоціальні табори, котрі проходять у нас в Києві, де дуже багато приїжджає наших гостей. І ці табори, вони дають певний напрямок в житті кожного з них. Профілактики в школі, в якихось технікумах, інститутах, академіях, всі проводимо лекції. Працюємо в наркологіях, тобто все, що зв'язано з наркотиками, все, що зв'язано з антинаркотичною темою, все то до нас. Розкажіть, як давно займаєтеся цим? Асоціація працює вже більше 15 років. Починалося все з Харкова, там відкривалися перші центри, перші волонтери появлялися, і вона вже доросла. У нас зараз вже 17 регіонів, 17 чи 16, я вже можу путатися, знаєте, от, регіонів по Україні відкритих, де працюють філіали. Взагалі це 2-3 філіали, ну, 2-3 стаціонари в одному, в одній області. От, ну, десь так. До складу асоціації вашої хто входить? Які експерти? Фахівці. Так. Фахівці. Я вам можу відкрити один маленький секрет. Як то правильно українською, да? Ой, є на українському така шмат. Значить, до асоціації входять всі, котрі пройшли вже програму колись. По задумці асоціації ніхто не може допомогти краще, ніж бувші узалежені люди. Наприклад, у кожного керівника, у кожного куратора, у кожного координатора є свій стаж. І він стаж є по ту сторону. От. І потім стаж росте вже в трезвості, набирає оборотів. І, наприклад, якщо брати мене, то я вже знаходжуся в трезвості 9 років. 10-й рік вже буде. От. І всі спеціалісти у нас, це всі виходці із узалежених людей. Також ми довлікаємо до програми психологів, психотерапевтів, консультантів по хімічній залежності. У нас є велика школа в Києві знаходиться, де наші спеціалісти, вони обучають консультантів по хімічній залежності, реабілітологи. Вони проходять певний курс, отримують сертифікати. Але ще ми і беремо спеціалістів, котрі не мають залежності. Вони теж працюють у нас, допомагають людям, так як ми громадська організація, вони на волонтерських засновах всі допомагають. Ну і так і розвиваємося. У нас сьогодні гостя два Сергія. У мене, Сергій, питання до вас. Розкажіть, будь ласка, як ви почали допомагати от цим людям, цій асоціації, і взагалі, наскільки важливо їх підтримувати? В этой ассоциации я нахожусь с 2016 года. Начал свою практику с реабилитационного центра в городе Львов. Там начал помощь нарко- и алкозависимым людям на безоплатной волонтерской основе. И уже начал подниматься по так называемой иерархии организации. То есть начал все с волонтерства, проходил школы амбулаторные программы, обучающие наши организации.
школы по химической зависимости, школа повышения квалификации терапевтов, школа социального работника. И дошел до консультанта по химической зависимости. После школы терапевтов уже стал терапевтом. Терапевтом-реабилитологом данной организации. И по этой организации, иерархии, за 3 года дошел до руководителя реабилитационного центра в городе Львов. И меньше месяца назад мы открыли 17-й по счету регион нашей организации в Закарпатской области. И тут уже я представляю интересы данной организации как руководитель філіала в Закарпатській області. Мене цікавить тут люди, як зазвичай звертаються самі, хтось їх приводить, якось їх залучають, і які от першочергові етапи допомоги для них? Можливо, це якісь спілкування, бесіди і так далі? Ну так, да, ми проводимо первичні консультації, ми надаем такое терапевтическое сопровождение, уже когда человек попадает к нам в организацию. Ну, не все люди находятся в осознанном состоянии, но эта болезнь, она настолько коварна, настолько скрытная, что человек сам ее не может распознать. То есть есть такая так называемая система иллюзий, которую навязывает употребление. И только объективный взгляд со стороны может дать ясность, так называемую. И ну, кто находится уже в осознанном состоянии и приходит к нам за помощью, ну, есть люди с помощью близких и родителей попадают к нам. С чем мы сталкиваемся, когда человек начинает проходить психосоциальную реабилитацию в нашем центре? Ну, первое – это этап отмены. То есть, когда человек прекращает употреблять психоактивные вещества, ну, алкоголь и наркотики – это психоактивное вещество, то начинается острый абстинентный синдром. Физическая зависимость, она является следствием чего? Когда человек прекратил употребление, то у него есть физический дискомфорт, который называется абстиненция. Ну, поскольку, ну, это физиологическая потребность организма в очередной дозе наркотика или же алкоголя. Так как наркотики или алкоголь, они являются частью процесса обмена веществ. И когда уже вещество не попадает в организм, то человек переживает такое тяжелое состояние, как абстиненция. Ну, она длится от одной недели до месяца времени. Это зависит от типа употребляемых веществ и от срока употребления. После абстинентного синдрома наступает постабстинентный синдром. Если острый абстинентный синдром – это физический дискомфорт, то постабстинентный синдром – это психологический дискомфорт. Тут мы уже сталкиваемся с такими симптомами, как тяга к веществу, как проблемы со сном, как эмоциональная неустойчивость, нестабильность, как низкая стрессоустойчивость. Острый абстинентный синдром мы снимаем на базе наркологии у специалистов, у врачей. Но это комплексная детоксикация, это капельницы и это медикаментозные разные методы. А уже в психосоціальному центрі ми працюємо з симптомами постабстинентного синдрому. І що складніше, який з цих етапів для людини? Ну, смотрите, употребление, уже следствие употребления можна рассматривать з двух сторон. Перше – это физический дискомфорт, второе – психологический, как я уже говорил. Тяжелое физическая абстиненция, поскольку она несет дискомфорт, связанный с ну, телом человека, а уже психологический дискомфорт, он более длительный, ну, и тяжелый, потому что симптомы постабстинентного синдрома, они около полугода у человека.
Скажіть, будь ласка, Сергій, за 15 років роботи цієї асоціації, яка тенденція спостерігається? Менша кількість звертається чи навпаки більша кількість звертається? Дивіться, ну, наркотики починають молоді. И доступность наркотика по сравнению с та, которая была раньше, она сейчас вообще, его можно взять вообще везде. Я не буду, конечно, проводить рекламу, где можно взять наркотик, но сейчас об этом даже знает восьмиклассник, семиклассник и девятиклассник. То есть все школы, все заборы, все разрисованы с наркоадресами. Для этого ничего не надо, просто зайти в интернет, заказать какой хочешь наркотик, и его где-то покладут там под бордюркой, не знаю, в щелочку, еще куда-то, и все, приехать его забрать, скинуть на банковскую карту. Поэтому наркотик молодеет, это раз. Во-вторых, наркотик, он становится более опасным, потому что, ну, раньше, если были это в основном опиаты, ну и когда-то там первентин появлялся, то сейчас химия растет, даже не успевает законный оборот наркотиков узаканивать формулы, которые есть в законном обороте наркотиков и есть незаконный оборот наркотиков. То есть они с такой, ну, появляются с такой быстротой, что просто наши эксперты, они не могут все это рассматривать. То есть вроде бы берешь вещество по всей формуле, это не наркотик, но от него люди сходят с ума. И совершенно нету разницы, они же не проверяют этот наркотик, они дегустируют его сразу на нашей молодежи. Есть и летальные исходы и тому подобное. Поэтому наркотик молодеет, наркоман уже совсем не такой, как был раньше. Это в основном наркоман сейчас с большими психическими расстройствами, то есть это психотропные наркотики, которые приводят, просто люди сходят с ума. Это в лучшем случае, да, когда он оказывается в психиатрической лечебнице или еще где-то. Поэтому, ну, это, конечно, к сожалению, наркоманов очень много, и с этим надо бороться. То есть только когда мы будем разом, мы это сможем победить, по-другому никак. Вот. А так, есть статистика у нас определенная, то есть есть и процент выздоровления, есть процент, который выходит дальше. То есть у нас этап состоит сначала, у нас закрытый стационар, потом у нас люди выходят после полугода, выходят на ресоциализацию. Это дальнейший очень главный этап, в котором, я бы сказал, все начинается сначала. Вообще жизнь начинается сначала. Это когда у человека первый раз у него появляется, во-первых, он ощущает, уже начинает счастье по-настоящему. До этого у него наркотик украл его счастье, и он его просто не чувствовал. Он его чувствовал химическим путем. Потому что он очистился полностью, да, 6 месяцев, он начинает радоваться птичкам, травке, там, я не знаю, снегу, дождю, ну и тому подобное, солнцу, да. Ему становится от этого хорошо. И он начинает уже сталкиваться с пивом, он начинает сталкиваться с сигаретами, он начинает сталкиваться с чувствами такими, как любовь, еще какими-то, разочарования. И это у него есть тоже поддержка в это время, да, у него есть его психолог, его психотерапевт, его друзья трезвые, это очень важно, потому что социум, он очень зависит от того, но как будет продвигаться наша жизнь, да, если хочешь стать миллионером, ты должен окружить себя миллионерами, принцип тот же самый, вот, поэтому и эта ресоциализация, она длится еще полгода. И вот потом через год программы мы можем спросить у подопечного, ну как твои дела? Но что ты видишь дальше вообще, как ты видишь себя дальше, где ты будешь развиваться и тому подобное. Статистика, например, у нас где-то 5%, 5% остаются трезвыми навсегда. Процентов 80-90 это те, которые остаются в трезвости год, два и три. Ну, то есть это длительная ремиссия. И, на жаль, они потом срываются, но происходит, что-то происходит все равно. И очень, конечно, жалко, что еще не придумали какую-то панацею, очень такую, знаете, таблеточку выпил и бросил наркотики. От ми знаємо, от ви кажете за залежність, за те, що люди до цього повертаються. Знаємо дуже популярну фразу, яка використовується в цих колах, що колишніх залежних не буває. Чому так? Ну, потому что зависимость – это такая же самая болезнь, как и
ВИЧ, как сахарный диабет, как туберкулез. С ним можно жить, с этой болезнью, вполне успешно. Но есть определенные рекомендации. И эти рекомендации, они, как говорят в наших кругах, они написаны кровью. И только если ты их будешь поддерживать, если ты их будешь дотримываться, ты будешь счастливый, успешный, будешь жить постоянно. Если ты будешь нарушать правила, к сожалению, наркотик он не ждет. Он любит тебя больше, чем ти його. Ще кілька слів запитання у мене до Сергія. Скажіть, будь ласка, за цей короткий час роботи в нашій області, які вже є успіхи, можливо, вже якась робота проведена? Основною цілею нашої організації є реабілітація і соціальна адаптація наркозависимих людей. Или же людей, которые употребляют психоактивные вещества. Также для того, чтобы достичь своей цели, у нас есть направление нашей организации, ассоциации. И одно из таких направлений есть информационно-образовательное. То есть мы проводим профилактики в различных учебных заведениях. Меньше, чем за месяц работы, мы уже провели информационно-образовательную работу в школах области, в Великодобринской школе, в Каменице. И у нас сейчас есть в планах проводить такую работу в каждой школе, в каждом заведении города Ужгород. И уже в нашем революционном центре, который открылся в городе Ужгород, на данный момент проходит психосоциальную реабилитацию 11 человек. И также ресоциализация, то есть социальная адаптация. И также проводится каждый день по несколько консультаций в телефонному режимі. Дякуємо вам дуже гарно. Ми знаємо, що є гаряча лінія, на яку можна звертатися, і це потрібно робити. Так, просимо режисерів показати на телеекрані, і за інформаційною підтримкою, за будь-якими консультаціями можна звертатися за цими номерами. Ну, а ми дуже дякуємо вам гарно за те, що ви приїхали до нас, прийшли. Нагадаємо, у нас у гостях був Сергій Шолом, куратор Міжнародної антинаркотичної асоціації, а також Сергій Метричко, керівник філіалу Міжнародної антинаркотичної асоціації у Закарпатській області. Дякуємо вам, прощаємося з нашими гостями, але не прощаємося із вами. Буквально за кілька хвилин ми знову у прямому ефірі.